одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений. Об этом заявлено и на уровне Министерства обороны, об этом сказал президент Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ. Канал «Ла-Радия». В понедельник состоялся телефонный разговор между министрами обороны Белоруссии и Украины. Все то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и целенаправленно создается силами, которые не хотели бы, чтобы Россия играла такую действительно определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом. Мы считаем, что давно назрела уже необходимость в рамках той же самой ОБСЕ организовать полномасштабную встречу руководителей государств, которые уже не встречались уже много-много лет. И понятно, что эта встреча должна быть подготовлена, но она привела бы к восстановлению определенного уровня доверия между теми странами, которые сейчас поделены на наши и не наши. Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд. Ситуация торгово-экономического взаимодействия, санкционного противостояния с западными странами. Я убежден, эти вопросы обязательно будут затрагиваться. Мы будем укреплять и наше военное сотрудничество с Россией в рамках соответствующих договоренностей. У нас есть региональная группировка войск союзного государства. Мы будем развивать и наше военно-техническое партнерство и в рамках ОДКБ.